Сейчас лето, а я все еще не похудела. Смотрите, эта девушка говорит то, что она все еще не похудела. Только зачем она тогда жрет? Смотрите, так, сейчас она прыгает и... О боже, сколько хот-догов! Так, она прыгает и... Она наоборот, знаете, потолстела, хотя хотела наоборот похудеть. Так, блин, ну зачем я столько много бургеров съела? Не сдержалась, блин. Ну да, бывает, наверное, то, что не сдержалась немножечко. Если за 3 секунды успеешь вписаться и поставить лайк, то я максимально сброшу вес. 3, 2, 1. Молодец! Я максимально сброшу вес. Так, жарко, боже, главное не есть ничего. Так, видел скейтборды? Отлично, а сейчас прыгаем. Да, то есть ей, видимо, нравится прыгать. И, кстати, мы сейчас в самой идеальной форме. И мы все худеем и худеем, и знаете... И мы даже очень хорошо с вами так, ну, поработали, я вам так скажу. И знаете, и когда мы, кстати, похудели, мы стали быстрее и быстрее бегать. Оп, я их стала больше, наверное, прыгать. Ну да, если прыгать, то реально больше. Так, все, у нас идеальная форма, и мы встаем с вами на 100, на отметку 100. Но, в принципе, знаете, это даже тоже хороший результат. Прям 100 монет просто нам на мочку. Так, давайте еще посмотрим, что у нас доступно в магазине. Здесь у нас доступны разные с вами вот эти вот одежда. Здесь еще у нас есть какая-то крутая одежда. Потом сапоги тоже. Ну, есть разные типы. И волосы тоже. А, ну, здесь это с помощью на разных уровнях, которые открываются, понимаете? Это даже очень даже классно. Ой, как жарко! Побежал-ка я на маникюр быстренько. Все сделаю, и главное не забежать ни в какой Макдональдс. О боже, я съела несколько бургеров. Нет, пожалуйста, больше не ем. Все, собираю все хот-доги. А нет, я собираю все скейтборды и все брокколи. Да, это просто я чисто... Когда нет, я лучше это сделаю. Не-не-не, лучше то. Или не-не, лучше это. Так, и мы с вами находимся именно на серединке. Ну ладно, на серединке так и на серединке. В принципе, нормально. Серединка так серединка. Так, смотрите, мы с вами собрали 3 ключика. И сейчас у нас задача это просто открыть вот это. Мне кажется, что что-то будет на середине просто. Да, ну я же говорила, это просто всегда что-нибудь всегда есть на середине. Ну вы понимаете. И у нас теперь доступна одежда получается где-то. А, вот здесь. Здесь у нас доступна одежда. Ну, у нас была круче, ну ладно, все-таки. Не жалуемся, поэтому идем дальше. Заниматься и как бы все это делать. Как-то заниматься так? Ой, как мне сложно-то подниматься. А не надо было бургеры есть. Конечно, не надо было бургеры есть. А ты что? О, смотрите, как мне нравится. Только мы с помощью этого наоборот как бы потолстели. И это даже очень неприкольно. Так, собираем авокадики, чтобы немножко похудеть. Так, быстренько садимся на диету. Мне срочно нужна диета. Как это тебе? Это мне нужна диета, а не тебе. А, так, ну ладно, тебе мне какая разница вообще? И мы добираемся до отметки в 60. Да, мы добираемся реально в отметку в 60. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Ну, в прошлый раз были 50, в этот раз 60. И теперь давайте сейчас вот реально едим все эти брокколи. И просто бежим. Кстати, вот смотрите, самое сложное это когда ты как бы худой. Была худой. В смысле? Я же даже ничего не ела, как я стала толстенькой. Так, главное сейчас собирать только мои любимые авокадики, чтобы похудеть. Так, все это, нет. О, все, отлично. А сейчас брокколи. Да, сейчас брокколи и... Интересно, сколько мы будем весить? Ну, не весить, а точнее мы наоборот на нормальной форме. Зелененькая, это значит хорошая форма. Если желтенькая, ну, как бы нормальная. Если оранжевая, то средненькая. А если красная, то не очень. Ну, естественно, это понятно. Так, а давайте мы сейчас наоборот потолстеем все-таки. А вдруг, а я к осени уже можно, знаете, толстеть. А к лету надо похудеть все-таки. Это так всегда. Ну, здесь просто нереально не взять. И давайте авокадик. Просто будем есть все, что нам попадается на глазах. То есть, тут же худеть, тут же толстеть. Все-все-все подряд, понимаете? Это вот чисто я все подряд ем. Нет, на самом деле это не так. Супер фат, супер толстая. Блин, бедная девушка, которую назвали супер толстый. Так, и мы добрались до отметки. Сколько? В 10, всего лишь 10, понимаете? Ну, хотя бы в 10, а не в 0. Это намного лучше. Так, ну все, в прошлый раз мне не понравилось быть толстенькой. Мне сейчас нужна нормальная форма.
Сказала я, которая потом съела бургер. Сказала я, которая потом съела бургер. Ну да, так бы бывает. О, кстати, можно даже прыгать неровно. Вот это интересненько. Интересно. Так, занимаюсь баскетболом, знаете. Хорошо, заниматься баскетболом. Ой, блин, я забыла, что в Акадике можно нам есть. Баскетболом заниматься это даже очень хорошо. А сейчас просто все собираем. И отлично, и мы добираемся в отметке в 100. Да? Да, мы добрались в отметке в 100. Опять же, это даже очень легко получается. Так, похудеть, потолстеть. Так, топ-приз. Хорошо, если топ-приз, то тогда давайте, наверное, через середину. Я просто обожаю середину, и, к сожалению, нам... это было не в середине. Может, почему? Вот так и знала, что в этот раз будет не в середине, к сожалению. Но все-таки ладно. Так, блин, я столько уже много худею, столько уже на диету садилась. Все, надо мне потолстеть, я же хочу этих хот-догов поесть. Ну, конечно же, хочется всегда поесть хот-догов. Или даже вот этих бургеров, все-таки понимаете сами. А, такой идешь, смотришь на Макдональдс и прям вот глаза прешь. Прям аж... просто плакать хочется. Когда ты видишь Макдональдс и как там другие люди кушают... какой-нибудь бургер, и ты такой, ладно, зайду, куплю один бургер, и все, больше не буду. На следующий день. Блин, что-то еще хочется. Да, вот так всегда. Так, все, и мы опять в отметку в 100, хотя я хотела наоборот наесться много, знаете, и все равно не вышло. Как так? Так, и у нас уже 1090 этих монет. Хорошо. Так, берем баскетбольный мяч, наоборот, толстеем, сейчас поднимаемся. Она, кстати, сумела подняться. А как мне не суметь подняться? Ой, как мне нравится этот прыгунчик. Прыгунчик. Интересненько. Попрыгунчики ей нравится. Точнее, вот это вот, как он называется-то? Так, о, скейтборд я взяла, отлично. А, точнее, шарик. Так, берем баскетбол, так. Берем баскетбол. Боже. Так, ладно, берем ключик. А, ключик. Так, все. О, вот мои любимые мячики. Я попрыгаю на вас, чтобы я похудела немножечко. Да, похудела ты, и так, заметненько. Так, все, отлично. И мы, во сколько попробуем отметку? Мы опять вошли в отметку 100, кстати, 10 уровень, отметка 100. 1000 монет, как бы все прекрасно, знаете, все сходится. Так, о, у нас здесь какой-то новый скин доступен, но, к сожалению, мы его не можем купить. Кстати, давайте вот это лучше переоденем, а то, знаете, все-таки жара. Я сейчас потела, кстати. А то, знаете, тут занимаешься, тут худеешь, толстеешь. А, вообще жарко. Поэтому... Так, смотрите. Что мы в следующий раз купим? Наверное... кроссовки не нужны. Зачем нам вообще кроссовки нужны? Ну, поймите сами. Нам нужно... как оно называется там? Одежда. Вот, все, я вспомню, как оно называется. Это одежда. Ой, как же я люблю и баскетбол, и теннис, и авокадо, и все я люблю. Но, а бургеры, они вкуснее. Да, ну конечно, бургеры вкуснее. А можно, знаете, здесь просто прямо ехать. Ничего даже не забирать. А то, знаете, если ты будешь что-то собирать, это же будет наоборот хуже. Конечно же хуже. Так, прыгаем, скакалка, все. Наверное, я пойду в отметку в 100. В отметку в 100? Нет, дорогуша, ты вошел в отметку в 90. И у нас, получается, сейчас будет 1300, да? О, давайте я попробую с закрытыми глазами следующий уровень пройти. Интересно, у меня его вообще получится пройти? И как я вообще с ним справлюсь? Да не справишься, я думаю, потому что ты сейчас, вроде тебе нормально, а если с закрытыми глазами, то вообще еще хуже справишься. Ну да, ну ладно, в следующий раз с открытыми глазами, попробую, ладно? Так, залезаем опять. Так, смогли заползти, все-таки нам хватило сил. Прыгаем. Ого, вы видели, какой был это прыжок? Да, конечно, был такой экстремальненький прыжок. И мы вошли в отметку в 70. Ого, хорошо как. Теперь забираем, и теперь с закрытыми глазами. Это более интереснее, наверное. Давайте вот так. Я так и знала, что у нас опять ничего не получится. И это опять не в середине. Ну ладно. Ой, думаю, что я сегодня не потолстею. Тоже на это надеюсь. Все, проходим. Так, Ты что делаешь? Я вообще-то толстею. Я откуда знаю, ты толстеешь или нет? Я просто скажу туда-сюда, туда-сюда. Так, посмотрю. Так, я иду, хорошо. Так, забираем это. Я думаю, что вот это еще пойдет. Нет, ты что делаешь? Это не нужно забирать. Ладно, все, так иду. Я доверяю все то, что ты говоришь. Я вот открыла глаза. Нет, я не открывала глаза. Так, все. Это конец? Нет, это не конец, боже. Не так, я не знаю, сколько... Так, это конец? Нет, это все еще не конец, боже. Сколько еще можно ждать?
Так, вот это вот, давайте это соберем еще. И вот это тоже интересно. Кстати, вы знали то, что... О, как раз таки конец, и мы добрались в отметку, ну, в 40. Ну, знаете, более-менее, это более-менее, как бы. Да, хорошо, но сейчас с открытыми. Конечно, с открытыми. Главное еще взять этот шарик, потому что он, по-моему, самый здесь прикольный. Потому что скейт, он как бы быстренький, а теннис, он тоже прикольный. Ну, еще и баскетбол, ну, с этим, точнее, с баскетбольным мячом. Баскетбол-то я не умею играть. Ну, хотя, может быть, немножко. Это просто там, не, не умею. Просто когда-то играю на физкультуре, вот и все. Так, и в этот раз мы добились в отметку в 100. Но уже не 40, не 10, не 50, не что, уже 100. Уже лучше. Так, а, опять этот скин. Боже, сколько... знаете, мне этот скин уже так много раз уже добавляли. Так, прыгаем. Так, знаете... Что мы знаем? А, вот, кстати, вот эти два бургера, вот, который самый большой бургер, он, типа, это два бургера даже... Нет, это даже, если в реальности вот этот большой бургер, знаете, почему он много придает? Потому что это четыре бургера в этой игре. Как? Типа, вот как-то так. Поэтому лучше не ешьте в этой игре вот большой бургер. Вам он принесет много неудачи. Ну, точнее, как бы, вы станете полненькой. И, кстати, знаете, мне очень даже хорошо получается худеть. Не так, как у меня. У меня плохо получается, я обычно всегда сдаюсь. Ой, этот уровень прям вообще для этого, чтобы мы проиграли, да? Вы, наверное, этого хотите, чтобы я проиграла. Нет, ну я не хочу ваши сосиски в тесте есть, мне они не нравятся. Ну все. В этом уровне были только одни бургеры. И поэтому я добралась до цифры 60. Ну, нормально. Цифра 60 тоже нормально. И у нас, кстати, 1800 этих кристалликов. То, что мы можем на них купить, когда, если мы еще раз два раза по 100 добавим, то будет очень даже хорошо. Блин, я даже не успеваю. Понимаете, я просто вижу, я просто иду, я, меня даже мысли не соображают, куда мне нужно идти. Просто иди прямо. Идти прямо, иду прямо. Все, кстати, это помогло. А нет, в этот раз нет. Блин, я бургер съела. Сейчас, наверное, до 70. Да, добралась до 70. Да. К сожалению, не в этот раз. А то бургер съела и все. Минус 30 монет. Так, ну все, в этот раз я не беру середину. В этот раз я иду так. О, с первого раза, представляете? Вот сейчас у меня будут такие каблучки. Но вы только посмотрите, какие у меня каблучки. Так, красненькие, такие красивенькие. И, кстати, мне уже хватает на мою одежду. Так, и какой же? Ну, вот такое, как бы, ну... Не смотрится, конечно, но... Что поделать, я не выбирала это оно само выбрало. И так я думала, хоть бы красное, а мне выпало зеленый с желтым. Ой, боже, у меня еще так хуже, ну ладно, зато я выгляжу модно. Ну, я не скажу, что выглядишь модно, но в принципе, ладно. Какая вообще разница? Так вот, вообще, какая разница? Правильно. Так, все, забираемся брокколи, прыгаем. Прям в бургер, нет, что я сказала, прям в бургер? Боже мой, я худею, говорю, что мне нужно прям в бургер попасть. Да, конечно. И мы опять добрались до 70. Боже мой. Сколько раз мы уже до 70 доходили? Интересно. Надо посчитать. Потом. Когда-нибудь. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока. Переходи смотреть следующее мое видео. Внимся там.